Минздрав расфасовал настойки. Как сообщает российская газета, ведомство установило 3 возможных объема для боярышника, валерьянки, календулы, мяты, мелисы, пустырника, эвкалипта и других лекарственных трав. Отныне их можно разливать только в тару 25, 50 и 100 миллилитров. Как пояснили в Минздраве, необходимость введения ограничения объема тары обсуждалась на разных уровнях. Производители высказывались против ограничений, ведь для этого им придется переоборудовать производство. Но после массовых случаев отравления в Иркутске к спиртосодержащим настойкам особое внимание. Сами по себе эликсиры, о которых идет речь, имеют множество положительных лечебных свойств, а случаи летального исхода были зафиксированы, когда люди принимали настойки, приобретенные не в аптеке, а у участников.